Вместо командующего российскими миротворческими силами в Карабахе Рустама Мурадова на следующие полгода будет назначен заместитель командующего войсками Южного военного округа Вооруженных сил России генерал-лейтенант Алексей Авдеев. Как передает канал 13, об этом пишет газета «Грапарак». В четверг 13 мая он прибудет в Ханкенди. Прием сдачи дел завершатся в течение 2 недель. Авдеев по национальности узбек. Родился в 1967 году в Ташкенте. Генерал мотострелковых войск. Мы писали, что вице-премьер правительства Армении Тигран Авинян направил российским властям письмо с негативной оценкой Мурадова и призвал не продлевать его службу в Карабахе. Хотя пресс-секретарь вице-премьера проверка эту информацию. Отметим также, что командующие миротворческими силами должны меняться каждые 6 месяцев. Если у сторон нет возражений, срок службы может быть продлен, отмечает издание.